Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофе и Филиппины. Сегодня у нас очередные рисковые ставочки CSGO. Yo, bitches. Да, ребята, в общем-то, смотрите, игра начинается, мы внеслись уже по-крупному, вроде бы как, да, поставили почти 1000 рублей, поставили АВП Hyper Beast, ну, состояние, естественно, не очень, потому что дешево стоит пушечка, ребята, вот. Ну, тут чувак поставил 239 рублей, и пока что... И это, Олег, знаешь, что значит? А что это Я значит? Я вступаю в игру. О, Максим, это круто, это мне нравится. Давайте посмотрим вообще историю. Ну, давай, это мне нравится. История игр, конечно же, радует, потому что тут 9, 12, 9, 15, 14, то есть есть довольно-таки приличные суммы, ребята, с которыми... С которым реально можно побороться. Поэтому, Макс, а что ты будешь ставить? Это не секрет. Я не буду скрывать, что я сегодня буду бичевать. А, понятно. Да, придется немножко сегодня поскромниться. Но, возможно, господа, все возможно, если залетит хорошая какая-нибудь ставочка, да, ножик кстати, там да. или что-нибудь такое, то, конечно же, почему бы не вступить в игру? Да. Почему бы и нет? Почему бы не рискнуть и вступить в серьезную битву? Итак, остается 48 секунд. Почему никто ничего не ставит больше? Ты подожди, просто бати все выбирают, как говорится. Сразу Опа, что. Смотри, кстати, вот если бы я выиграл эту ставку, это было бы на самом деле неплохо, ребята, потому что хоть тут я и выигрываю где-то около 400 рублей, но зато это хотя бы что-то. Так, о, смотри, чувак, косарь поставил. Главное, ёб твою налево. Я уже не успею, просто прикол-то в том, что не успею поставить. Сейчас, Олег, я если успею Давай. Лететь, мы выиграем. О, АВП, Макс. А Зима, капец, пожалуйста. Господа, понимаете, вот Олег такой орёт и смотрит просто на... Ну вот эту АВП-шку, а я такой, и залетает, короче, моя ставка, и я думаю, Олег сейчас орёт чисто над моими мячиками, которые я поставил. Нет. В общем, ребята, рулетка понеслась, и кто же выигрывает? Макс, у нас с тобой 26%. Давай, плес. Не знаю, Олег. Давай. Да какого? Какого? Чисто мы с тобой проехали мои три аватарки и твоя аватарка, и чисто... Да, так же Капец! Было. Капец! Это, господи, это просто... Я думал, уже на мне становится все. Я думал, I'm so fucking lucky man. Это просто победа. Я не знаю, как! Ну как мы так просрали, да ё-мо. Ладно, я заливаюсь в очередную игру. Вот, поставил я пока что, ну так, помаленечку. Ладно, хоть Олег у нас, знаете, отучился. Он сейчас заливается, а не закидывается. Да, так ты зря сказал, Макс, сейчас будем это слово использовать теперь. Так, вот моя ставка, значит, залетела. Поставили мы, ребята, почти 500 рублей, да? Вот, что у нас Олеж, здесь есть? Какой? 5-7, птичьи игры. Потом у нас есть М4, А4. Я забыл, как эта М-ка называется. Что-то там, короче... А, стоп. Dragon King, король драконов, да, вот так у нас замочка называется. Так, Макс, может, ты зальешь там, ну, хотя бы какое-нибудь говнецо даже. Я очень ищу вот это дерьмецо, у меня либо пушки, господа, вот просто за 3, за 10 рублей, то вот просто за косарь или 1500. Я сейчас не понимаю, что мне заливать, Олег. Да залей что-нибудь дешевое, вот реально, самую дешевую пушку выбери свою и просто залей ее, ну, которая будет стоить больше сотки, чтобы можно было, как бы, поставить ее сюда. Ты не представляешь, это вот именно что трудно, дочур трудно, потому что я не могу найти в своем инвентаре ни одной пушки такой, подходящей под эти параметры. А я вот пока думаю, что ставить дальше. Ребята, потому что сегодня у нас есть Desert Eagle пищаль, который используется для крафта М-ки рыцарь. Вот, стоит у нас 2200... Опа, кто-то залетел от... Твою налево, мать! Офигеть! Так... Holy shit! Ребята... Господа, я поставлю нож. Серьезно? Ай-яй-яй, да, я поставлю нож вот тот, который еще я выиграл. Блин, можешь тоже рискнуть и поставить. Давай, нож. Олег, давай, вот он азарт, господа, вот она. А сколько нож его стоит? 10 кусков! Быстрее, Олег, закидывай. Так еще 2 минуты, подожди, нормально, Макс. Нормально. Давай, стой, пока не ставь. Давай просто посмотрим, где вот на минуте или где-нибудь на 50 секундах заливаться будет. Сейчас давай просто посмотрим, кто что будет закидывать. Ну блин, капец, нож! А стоп, давай это посмотрим жор. Еще хэш-раунды. Так они, наоборот, они сейчас могут накидать еще больше, понимаешь? Тогда, понимаешь, поэтому давай посмотрим, а дальше уже, ну где-то вот под конец игры сделаем выводы, стоит ли нам ставить или нет. Так.
Блин, капец. Капец. Я ничего не знаю, Олег, я сейчас могу поставить, серьезно. Ну ты составь, если хочешь, ты то ставь. Олег, реально, давай, да нормально, я, нет, играем. Я поставлю, я поставлю, я реально поставлю на, нож. На минуте 20, я на минуте 20 кидаю. А я на минуте, свой нож, а да, я на минуте кидаю, ставлю свой нож. А я ставлю на минуте. Давай, все, поехали. Капец, капец, а ты какой нож ставишь? Я за 4 касика. А я буду ставить, ребята, я буду ставить лопатки поверх сносокалку, капец. Она стоит 6500. А ты нож не ставишь, что ли? Я все, смотри, минута. Вот сейчас будет минута, Макс, и я буду ставить. Капец, все, вот. Yes, отправил. Все, отлично. Все, давай, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ладно, все, ребят, отправляем ножики. Кидай, кидай, просто кидай, ставим кидай, кидай. Лайк. Просто ставим, ребята, лайк за такой серьезно, риск. Серьезно, серьезно. Ой, вообще жесть. Залетело. Просто, ни хрена, Макс, ты поставил. Давай, играем, Олег. Все, Макс, я нож отправил. Я нож отправил, Макс. Все, азарт, 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 азарт. Так, 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 так. Очень интересно. Это жесткая такая, серьезная игра. Игра, да, ребята, смотрите, на кону уже 19 кусков. 19. Плюс еще сейчас должен мой нож залететь. Надеюсь, он залетит. Но он должен залететь, ребят, потому что все-таки мы заливались на минуте, а минута это как бы такое время, на А прикинь, Макс, не залетит нож. Да не, не должно, не должно. А 20 секунд остается, да я на минуте залил. Так, стоп, его АВП. Сейчас. Он как будто специально очередь затормозил. Стой, давай нож! О, еще нож! Да, залетел! Да, ребята, 35 тысяч на кону! Давай, Макс, у нас с тобой 27%! Ребята! Ставь лайк, ставь! Давай! Давай, плес! Нет! Какого? Невозможно! Просто Олежа. Это габан. Я уже Олег сам записал этот час момент. Это было жестко. Это все так было спонтанно. Вы вот с моей стороны ничего не поймете, но это жара. Это просто огонь. Огонь, который вызывает пукан. Потому что мы просрали вместе с Олегом сейчас где-то почти... Да до хуя, блядь. Да до хера, реально. Блин, я просрал свои лопаточки. Лопаточки? Нет, свои лопаточки. Все, Олег теперь у нас не сможет играть. Песочница, да. Ну смотри, Макс. Он не останавливается. Я знаю, что сейчас закину вот игру, сейчас увидишь. Вот. Значит, залетает пушка, 2000, ребята, стоит, я буду бороться, я буду бороться до такой степени, пока не выиграю, потому что это бред, это реально, капец, как можно было так. Просто его коэффициент, дурацкий коэффициент, господа, который вообще, вот я почему-то подумал буквально на пару миллисекунд, этот чел реально может так сделать. Я тоже, Макс, понимаешь, я тоже думал, блин, а там же надо смотреть хэш-раунд, там типа, возможно, как бы первый победитель будет, да, там типа самый большой. Ну, чем, блин, зачем, все, чем я теперь буду в песочнице-то играть? Ребята, все, нужна новая лопатка. Давайте скинемся дружненько, не, да, не скинемся, на кошелек Олега на лопатку. Найдем, не скинемся. Я все лопатки в детстве своем находил в песочницах. Ну, Олег у нас, как говорится, пацан с района, да? Конечно. Местный там грабель. Это игра, даже грабель караваны. Игра в реальности. Ладно, так, ребят, остается 1.5 минуты. Мне кажется, что нужно, Макс, я так понял, что ты уже ничего не будешь ставить. Да, я тут просто в шоке сижу, как бы немного. После толкового шоу. Я поставил, Олеж. Да, поставил, серьезно? А что ты... Так, стоп, здесь какой-то жирный чувачок ставит. Так, 260. Как царь закинулся. Закинул! Вы слышали это, да? Вы это слышали? Закинулся. Ну так ты понял, в игру же закинулся. Ну конечно, в игру он закинулся. Вещи мы же кидаем, господа. Ну или как, передаем. Ну это уже как какая-то передачка. Ой, чел, опять смотрите, хорош череп, опять вообще, выбивает. Он тоже, смотри, топит. Блин, Макс, я хочу еще поставить, нужно еще чем-нибудь залить. Все, ребят, ставлю еще. Просто ставлю еще ВП, вот, все, еще косарь ставлю, ребята, вот, все, ставим еще косарь. Просто, ребята, если вы еще не поставили лайк, то вы просто обязаны это сделать, потому что вы сами видите, как мы стараемся сегодня выиграть хоть что-то.
Так, Макс, все, остается 30 секунд. Как он. Как конь. Нет, не получается. У тебя самый лучший и классный пародийный звук это петушиный звук. Да-да-да. Ой, ребят, ну это все-таки актерская игра, сами понимаете. Два ножа! Я просто в шоке! Господа! Что происходит сегодня? Теперь Олег понимаешь, что это жесткое радио. У тебя 1%. Я просто царь. Итак, кто же выиграет? Кто же победит? Не знаю, у меня 1%. А прикинь, Макс, ты выиграешь, я буду выиграть. Это будет жестко, Олег. И... Ну! 24%! 20... Он поставил последний нож, чисто его ставка за... Да он как будто знает, знаешь, где вот когда надо подстабить. Ну вот, брат, что это? Почему? Как это так вообще происходит? Некоторые люди же так и делают. Просто прикол в том, то, что сейчас еще залетят в эту игру, наверное, моя вещь. Да, смотри! Охренеть! Просто охренеть! Нож за 6 кусков, ребята! What the fuck? Не, неправильно сказал. What the fuck? Вот так вот надо было сказать. Ну, кто смотрел, тот поймет. Ну, надеюсь, вы поняли, про что я сейчас говорил. Всем понятно, что Олег смотрит. Ну да ладно, это мы как бы уже потом исправим. Надо Олега просто на районе читать там, что смотреть нужно. Ну, вы понимаете. Песочницы не было. Ну почему? Сегодня, ребята, вообще неудачная серия какая-то. Мы вроде ночью. Я уже сижу вот такой и понимаешь, я уже тут за. Вот твое сопровождение с тобой. Макс. Сука, проебал, знаешь, сколько денег? Да ты много, а тебя никто не заставлял ставить так много. Это да, это чисто моя. Воля, да. Макс, а вот сейчас зайди в историю игр. И посмотри, короче, там чувак выиграл 93 кассика. 80% шанс. Посмотри просто, какие там ножи. Там выиграл чувак 40 тысяч. Это достойный соперник, как бы. Капец, просто. Какие здесь, боже, суммы. Это капец, какие ножи-то залетают! Я в шоке. Ты просто звезда сейчас в шоке. Чё, что-то залетело, что ли, такое? Я не знаю, Макс. Да. Чё-то понятно, нож за 15 кусков, да конечно. А, я-то просто как бы закидываю вещи, я тоже попытаю. Да ну, нет. Надо, я жду. Это просто, мне кажется, вообще, Макс, все это... Как биться в закрытые ворота, это бред, серьезно, это все. Ой, нож за 15. 15 кусков, ты посмотри, какой это нож, это охотничий, убийство, боже. Ой, кто-то... Ой, ну понятно, сейчас это, наверное, весь... Да что за битва? Просто аутистов, допер, просто битва, допер. И вот такой Филиппин, йоу. О, здорово, понятно. Еще, давайте еще ножики, че вы останавливаетесь, давайте еще. А что ж вы остановились так рано-то, а, господа, участники? Я заметил тенденцию, смотри, сначала нож, потом дерьмо, потом нож, опять дерьмо, потом нож, опять дерьмо. Точно, точно, сейчас нож должен залететь, смотри, если сейчас нож слетает, то вообще прям, это угарный только. Ой-ой-ой, просто. Это ой-ой-ой. Олег, это как так можно? Я не знаю, просто можно уже волосы спокойно выдирать от банкротства и всякое такого. Ну, в общем, ребята, смотрим. И кто же нас победит? Филиппин или кофе? 3% на обоих. Что это такое? Ну тут даже смотреть-то не можешь. Ну да, понятно, просто... Все проебали. Просто, опять. Чувак, ребят, сегодня вообще неудачная серия, поэтому вы просто обязаны поставить лосик, потому что сколько мы денег сегодня потратили на это, ребята, это 100% заслуживает вашей поддержки. Ну, а на этом, как мне кажется, все. Вещей у нас больше нет, к сожалению. Вот. Кстати, знаешь, короче, я когда нож-то выбил, мне писали в комментариях, типа, вот мне интересно, когда он его на ставках проиграет. Чувствую, ребята, скоро такими темпами я его просру. Ну, ладно, ребят, все, не смею вас больше задерживать. Всех спасибо за просмотр, всех целую, всех люблю. Всем пока-пока.